Продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, посуда, постельное белье и многое другое. Полным ходом идет погрузка гуманитарного груза для жителей Курской области. Самарцы собрали 5 тонн груза для эвакуированных людей, которые до сих пор находятся в пунктах временного размещения. С первых дней начала массированной атаки на Курскую область мы начали сбор для пострадавших жителей. И каждый день люди несут сюда, в Самару, в региональное отделение Народного фронта на Ленинскую 202 гуманитарную помощь. Никто в нашей стране не остановится равнодушным к тому, что происходит на нашей территории. Мы всем сердцем находимся с нашими курянами. И сегодня это малая толика, которую мы сделали. Это буквально собрано за 2 дня. Мы кинули клич, тут же люди отреагировали. И мне кажется, что любой, будь на нашем месте, он поступил так же. Я лично всегда, если можно, что-то сделать. Я сделаю, потому что я самарский. Поучаствовать в передаче гуманитарной помощи приехали волонтеры из столицы. Екатерина Критикова, координатор добровольческих мероприятий ФНС России, одна из первых сотрудников налоговой, начала заниматься волонтерством, когда узнала о начале СВО. Сейчас активно помогает беженцам. Наши самарские коллеги – одни из самых активных регионов, которые участвуют в добровольческой деятельности. Поэтому я с удовольствием приехала посмотреть передачу гуманитарной помощи для жителей Курской области. Гуманитарные грузы и беженцам, и бойцам СВО из штаба регионального отделения Народного фронта Самарской области отправляют почти каждую неделю. В таком важном деле принимают участие жители региона, представители бизнеса и общественных организаций. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.